Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли к нам в гости, нам очень приятно. Для вас сегодня я приготовлю очень классный сэндвич. Отлично подойдет как и на работу, так и дать детям в школу. Смотрите, какие ингредиенты для вас приготовил. Помидорки черри, огурец, красный лук, зелень, сыр фета, а также изюминка нашего сэндвича хлеб пита. Очень будет классно. Немного зелени, маслин, а также тунец. И немного гачиски для пикантности. Давайте приступим к нашему сэндвичу. Нарежем немного маслин. Друзья, смотрите, маслинки мы нарезали. У меня здесь 9 штучек. Добавляем огурчика, помидорки, а также красного лука. Сыр фета, а также зелень мы оставим на потом. Добавляем сока лимона, а также оливковое масло. И добавляем тунец. И хорошо, друзья, перемешиваем. Добавим немного соли, но будьте аккуратны, потому что сыр фета уже соленый. А также добавим горчички для пикантности. Вот. Друзья, смотрите, какой обалденный салатик у нас получился. Но на этом еще не все. Сейчас мы сделаем супер сэндвич. Смотрите, разрезаем питу вот так вот вдоль. Очень классно. И берем, выкладываем наш салат. Вот, смотрите, просто обалденно. Получается вот такая красивая лодочка. И украшаем фетой. Во! Зеленью. И можно несколько капель лимонного сока. Класс! Друзья, смотрите, какой супер сэндвич получился. Вы будете просто в восторге. Ингредиенты очень-очень простые. И все у нас будет вкусненько. Друзья, я сейчас его попробую и скажу, что я думаю по этому поводу. Этот салат в пите просто великолепен. Друзья, всем рекомендую. Оставайтесь с нами. Вам желаю хорошего настроения и здоровья. Пока!